Двигателя не существует, зато есть беспрерывное движение, которое не замирает ни днем, ни ночью. Речь идет о движении автомобилей на улицах и магистралях. И заговорили мы на эту тему не случайно. 3 июля работники госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. Историю развития ГИБДД Чувашской республики принято исчислять 40-х годов минувшего века. В то время в Чебоксарах еще не было благоустроено проезжей части. По 6 госавтоинспекторов обслуживали все города и районы республики. Работа за последние 80 лет прибавилась. В праздники и будни круглосуточно в любое время года. Наряды ДПС несут дежурство на дорогах и трассах республики, обеспечивая безопасность и правопорядок. Сегодня количество смертельных случаев на дороге сокращается. Меньше становится и травм. А вот ответственность участников дорожного движения, наоборот, повышается. В этом несомненная заслуга госавтоинспекции. Профилактике и просветительской работе уделяется особое внимание. Поздравляю личный состав госавтоинспекции с образованием 81-й годовщины. Могу сказать, мы добились положительных результатов и в этом году. Тяжкими последствиями дорожно-транспортных происшествий добились снижения. Также с ранеными, с детьми и с участием водителей нетрезвого состояния. Личный состав дорожно-патрульной службы всегда работает в усиленном варианте. Особенно я обращаюсь к личному составу, который несут службу на дорогах. Они день и ночь стоят на страже. Для них поставлена задача сегодня сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. И всегда мы можем сказать им большое спасибо.